Луна, половинка уже так быстро растет, а? И вот сейчас у нас вот такое небо. Первая половина дня дождь, гроза, ураганный ветер. Ну, сейчас уже и ветер немного стих. Смотрите, лавровый лист. Вот какие новые побеги. И солнышко появилось. А здесь уже, смотрите, какие виноградные листики. Груши, груши, где вы? Вон они, смотрите, какие классненькие. Солнышко еще немножко и спрячется за крыши тех домов. Здесь у нас уже тень. Пальмы муж поставил сегодня уже там, где они должны стоять, на краю террасы. Так они всю зиму у нас простояли под стеночкой, под окнами. Оливочка, смотрите, сколько будет цвета. В прошлом году было штук 13 оливок, но вызрели 2. Остались. Вот, красота. Кто со мной на канале давно, видел, как эта оливка начиналась с маленькой тоненькой веточки. Вот такая, как сейчас, одна веточка. Такая веточка была. Вторая пальма. Там слива. И фига уже начала листики отпускать. Розу надо подвязать. Смотрите, какая ветка большая. И уже бутончики. Там тоже такая несчастненькая была. Маленькая. И вот наконец-то пошла в рост. Муж снова покосил траву. И здесь у нас веточка яблони будет распускаться. Вообще яблоня тоже уже любой, какой уже громадный. Тюльпанчики с бутончиками. Ой, пионы с бутончиками. Это здесь один тюльпанчик розовый такой. Землю муж купил. Будем досыпать. И здесь убрал траву. А эти вот такие пиончики еще. Они поздние. И смородина, смотрите. Цветет. Цветет. Фиги, листики. И фиги начинают сразу расти. А здесь у меня вот уже клубничка цветет. Мелисса. В общем, вот она, яблоня, мы ее обрезали. Так-то хорошо обрезали в этом году. Ну, вот пару месяцев назад убрали нижние ветки. Посмотрим, что будет, потому что она последнее время очень болела. И у нас в прошлом году вообще не было яблок. Вначале было их много. Там все опали. Такая погодка. Только что было солнышко. С прошлого года нащипала на флаутах лища с бальзаминах. Вот муж их держал на чердаке. Было гораздо больше, погибли. Вот это тоже такой кволый.
какая погода у нас сегодня. Красивая. Посмотрим, сколько градусов. Что, градусов 15? 14, наверное. Но хочу сказать, что воздух холодный. Но уже не так холодно. Ну, потому что солнышко сегодня, как вчера, позавчера, с этими дождями. Прям какой-то леденящий воздух был. Ну, вот эта веточка. Видите? Надеюсь, распустятся цветочки. Кто у меня тут? Кто у меня тут загорает? Нюхает, нюхает все. Наша красотуля. Ах, ах, красавица. Да, Лили? Эй, не хочет. Мой. Оливочки. Красивое небо, красивое. На солнышке хорошо. Наша яблоня цветет. Не вижу, что вам показываю. Солнце такое яркое. Экран черный. Надеюсь, хорошая резкость. Так красиво, зелень на голубом небе. А? Вот такой суп у нас сегодня. Посмотрите. Спаржевая фасоль, креветки, макароны и вареное яйцо.